красивая картинка получается. Базилик, укроп, салат, шпинат, редис. В основном помидоры. А также бахча. Очень здорово здесь сделали теневую сетку, Руслан. И получается, вот эта дикая наша жара не такая уж страшная становится для растений. Прибежала кошечка. Это любитель огурцов кое-кто здесь с помидорами. Баба. Папа. На картинке тоже очень красиво получается. Теневая сетка не полностью на теплице, только больше с южной стороны. Здесь еще у нас такой чудесный навес теперь. Деревья тоже опрыскиваем тем же препаратом биофитоспорином прямо сейчас. Еще маленькую теплицу перевезли сюда. Это было вообще весело. Короче, кто любители помидоров, это мы. Понемногу цесарки стали болтать. Кто идет по огороду? Кому надавать по попе? А ну иди с огорода! Быстро! Конечно, вкусненький. Кабачок. А что, ты больше пикировать не будешь?
как раз хорошо, пасмурно. Нужно, чтобы эта бактерия сделала свое дело.